Во время обмена профессиональным опытом бригада специалистов из Москвы приняли участие в работе с пациентами инфекционных госпиталей Тверской области. В течение нескольких дней медики на практике знакомились с методиками и алгоритмами лечения, которые используются коллегами из Верхневолжья. Тверская область, как самый большой по площади регион ЦФО, имеет широкую сеть инфекционных госпиталей. Региональные врачи работают в едином стандарте. Это стало возможным благодаря тому, что Тверская областная клиническая больница выступает единым методическим центром для всех инфекционных госпиталей области. В режиме ВКС врачи обсуждают особо сложные случаи у пациентов и корректировку протоколов лечения. Стараемся обучать своих коллег, меняться опытом, чтобы все, в принципе, стационары Тверской области работали по одним алгоритмам, в одних стандартах, и везде был высокий уровень оказания помощи. То есть мы работаем с федеральными центрами тоже, с помощью телемедицинских технологий. У нас центр телемедицины. Всех тяжелых больных мы обязательно консультируем, согласовываем лечение с институтом Сеченова, с 52-й больницей, с ведущими клиниками Москвы. Комментируя свои впечатления от посещения больниц Твери, столичные медики отметили высокий профессионализм и уровень работы коллег. Работа просто уже отлажена. Видно, что люди уже в этом живут, и поэтому попали в хорошо сформированный, сработанный коллектив, где продумана и маршрутизация пациентов, и тут же решаются какие-то проблемы и технические, и личностные, именно с пациентами, которые сложны. Также московские специалисты отметили, что работа в Верхневолжье организована на высоком уровне. Врачи четко отрабатывают все рекомендации и слаженно работают при лечении тяжелых пациентов. Работа поставлена на очень высоком уровне, то есть четко отработаны рекомендации, которым следуют специалисты своих профилей. Реаниматологи тоже, очень отработана система маршрутизации пациентов, то есть забор каких-то тяжелых пациентов из своих отделений и перевод на аппараты искусственной вентиляции легких, восстановление этих пациентов, поэтому работа на очень высоком уровне. Некоторые специалисты, которые прибыли в Тверскую область, еще не работали с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. В этом Верхневолжье они впервые посетили красную зону, где тверские врачи поделились накопленным опытом за последние месяцы. Нас привели в реанимацию, обучили, как одевать СИЗы, как снимать правильно СИЗы. Как бы мы не работали в красной зоне, ничего этого не знаем. Нам понравилось, что с нами общались вот наравне, и как будто вот мы свои, и все время здесь были. Недавно коечный фонд для лечения больных с COVID-19 в Тверской области был расширен до 1736 единиц. Больше половины из них обеспечена централизованной подачей кислорода. Также регионом закуплен 231 аппарат ИВЛ. По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, все действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области. Помимо этого, в регионе предусмотрены возможности по дальнейшему расширению при необходимости коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.